Ну что ж, здорово, сегодня мы с тобой поиграем Layers of Fear. Мы уже с тобой играли в Амнезию, и понятно, что это был дятина, полная хрень, я даже проходить не стал. И сейчас Layers of Fear. Ни один Layers of Fear мне не зашел, потому что я люблю ужастики, но когда вот... Это просто высер, сраный высер, для кого делается, я не понимаю. Так, новый сюжет. I once had it all. My palate was sated. Nostrils stimulated. Standing, venerated. And one day, you took everything away. But shame and pain. I'm still not sure what game you're playing. А ты знаешь, что такое с тобой? But I'm back. То я вернулась. Да, пись ты плакать, 1750. Не знаю, зачем. Что опять картиночки, да? I'm taking what's mine. Я пришла забрать свое. 10 лет спустя. История писательницы, глава 1. It made me think of your poem. Congratulations. Поздравляем. Ну, птички, чё? Чё, письмо не могу прочитать? Да, правильно, может от жары она раскалится и пойдет, блядь, поплывет, дура тупая. Так, что-то там какие-то ноги есть, да? Ладно. Как-то вот зажать, открыть. И что тут у нас? Генератор, да? Бегать не умею. Dear, congratulations once again on winning our competition. Еще раз поздравляю в конкурсе. Мы не уступаем, welcome you in our hermitage. Не устаем. Короче, тыры-пыры, нас просто так мы рады пригласить вас на нашу обитель, чувствуйте себя как дома, если майк ваш, за такое спроведение, будем присылать лодку неделю, ага, вдохнули, а шел нахуй. Dear, congratulations once again on winning our competition. Ой, иди нахуй. А, вот сюда. Окей, я на кухне. The author of the winning essay will receive an opportunity to write the book on the subject in our lighthouse, accommodated especially for this purpose. Замечательно, здорово, великолепно. А чё ты закрывайся постоянно? Ты откройся и всё. А чё, я не могу выйти? Я б сразу вышел из игры, да и всё. Чё ж, блядь? Whole lighthouse is at your disposal. Весь пэк, подожди, а как одежда? I'm an adult, mama.
Crippled or not, I can take care of myself now. It's time for you to focus on yourself. I can't wait to read that book. Love you. Your... Что, по рации нам что ли говорит? Говнина уже. Уже вот чувствую. Иди нахуй. Да что тебе там, блять, надо? Алло? Hello? I received the word that you came to lighthouse. Ты что, вы до байки? Надеюсь, вы дойдете там все необходимое. Well, that was fast. Оперативка, yeah, I'm here. Да, я здесь. I'm very pleased. Now, are you writing? What? Приятно слышать, что идет. Что? You must understand. Послушайте, миссис, вам нужно начинать работу как бы скорее. Да, помню, что вы подписали контракт. Все сроки были оговорены. Рекомендую не затягивать. Specific on the timeline. До свидания. I would advise you abide by it. Goodbye. Now that was a conversation. Это слишком трезво для такого разговора. Давай нажрёмся, хули. Нахуяримся, давай. Так, нам в погреб. В погребе по-любому есть свина. Давай, пойдем сейчас ебанем. Может, здесь все закрыто? Здесь пить негде. А может, у нас здесь заначка где есть? Давай, блядь, бабище, давай. Нет, пока болею. Я не могу пить. Иначе желудок вывернется весь наружу. Поэтому, девчуля, вся надежда тебе. О, швабра. Не, убираться я не буду. Я чё, блядь, раб какой-то, нахуй, иди нахуй. Убираться тебе, блядь. В жопу, блядь, уборку. А я не та сучка. Как они так говорят? Про крысы я в курсе, да, с ним ничего не поделать, так, они, да, там всегда водились, Ты чё, ебанутый, давай перебьем всех крыс, это ж, блядь, это американская свобода, блядь, мы же в Америке, нахуй, давай, искореним всех крыс, блядь, на этом острове ебучем. Построим свою свободу, блядь. Так, барышня хочет уже нажраться вовсю. Блядь, такой большой... А, вот же у нас, смотри, бухло, ну! Ты чё? Да хватай и бухай! Блядь, вот бабище. Ладно, идем наверх. Я сомневаюсь, конечно, там бухло найдешь, ну. Блять. Ой, заебали. Не хочу я даже это. Пошел в жопу, блядь. Они бессмысленны. Так, и чё? И всё? И чё, мне сейчас идти на отрезвую голову и печатать? Блядь, это... А чё у меня, блядь... Дали, короче, ключи от этого, но не дали ключи от всех комнат или чё, блядь. Бред какой-то. Вот, давай, печатай. Давай. Яблоки падают из-за гравитации. Чё, трубы шумят, что ли? Чё за хуйня? А, я знаю, что это было за хуйня. Там он. Да я сейчас тебя ебало набью, слышь, не на ту сучку дорвался. Да давай уже, где ты? О! Картошка! И не проросла. Это муляж, я не верю. Хуйня какая-то. Люди знают, что столько картошка уже не выдержала здесь, она уже проросла или сгнила, блядь. Ну давай, открывай картину. Давай. Это же, блядь, ты писательница, ну тебя... Ну, бабище. Чем у нее? Что у нее там? Яблоко? Нет, череп, наверное. Сидит
Это бедный Йорик, но не тот Йорик. А друг. Ну ладно. Ой, она что, сиранула, что ли? Пух такая. Ладно, идем. В пизду этот дом. Might as well make some good use of. Разве я здесь можно позвонить? Ну давай позвоним, господи. Какая ты, блядь, то ты жрать хочешь, что ты, блядь, писать хочешь, что ты, блядь, звонить хочешь. Я не понимаю тебя. Подруга уже определилась, что это, блядь. Привет, дорогой. Звони сказать тебе. А что, я на месте? Представляешь, мне уже позвонили из агентства. Безумие какой. Тебе хоть супку дали разобрать с дороги? Как вообще, блядь, вдохновляет, пугает? All of these things. И то, и другое. Я как раз туда смотрю. Это определенно то, что как-то у тебя дела, лекарства работают. Да вообще, мне похуй. А давай же диалог. Don't you worry about me, mama. This is your time to do your work. А это сын ее звонит. Она сыну позвонила. О, well, а я-то думал, она right. Своему бойфренду звонит. Bye, son. Love you. Love you too, mama. Love you too, baby. Каких ты два любишь? Дурак, что ли? И чё теперь? Всё? Картина, иди нахуй. Весь ужас закончился, вот это вот, диалоговое. И для меня ужас в таких ужастиках, это куча записок и куча, блядь, пиздежа непонятного. Дайте уже обосраться. Неожиданные моменты должны быть. Нагнетающая обстановка. Пульки, чтобы были. Чтобы монстры были. Чтоб я, блядь, не знал, что с ними делать. Чтоб они эффектно выпрыгивали на меня. Только не обидьте зла, потому что это, блядь, тупая стрелялка. Про тупую стрелялку. С тупым сюжетом. Максимально. Lost. Потерь, да пойди, доки. Пиздать идёшь ты. You probably deserve. Вероятно, ты это заслужил, you, то даже у тебя есть a way to bring it all back. Сейчас вернуть всё, как было. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Заверши картину. Кажется, это написано с чувством, есть в сущности портрет художника, а отнюдь не его модели. Иди нахуй. О. Я, блядь, мистер телепортат. Телепорт. О, теперь я белый мужик. А, это намордник для собак. Ну или у кого-то какие-то странные фетиши. Там что у нас? А? Что-то я не понимаю, в каких мы годах. Надо было пафосно двумя руками. We would like to ask you to cease bothering our pest control specialists, as well as refrain from. Ой, да заебали ваши записки нахуй. Можете пойти нахуй. Если хотите мне что-то, блядь, рассказать, то показывайте это как воспоминание, чтобы люди здесь разговаривали. А не то, что я, блядь, беру записку и чей-то голос. Это уже видно, что чувак ебанулся просто. И чё тут у нас? Вот зачем мне вот это вот открывание, блядь, ненужного хуйни? Напихивают? Like смотри, сколько возможностей, ты будешь открывать все шкафчики, как ты забавно. Also, а мы ж so нахуй much... не пошли бы. Иди нахуй, я брат всю записку, блядь, засунь. О, говно, какую-то дверь испачкал. Блядь. Я бы уже нахуярился, честно. Что это за хуйня? Давай потряси их. Ну сделай что-нибудь. Нахуя вот это? Блять, взаимодействие с предметами, которые нахуй не знают. Иди нахуй, даже читать не хочу. Блядь, ошейник, собака, блять, пропала. Так надо выходить, блять, и искать ебаную собаку. Игрушки, блять. Чё, блять. Вот это вот открывание ради открывания, чтобы я, блять, мог открыть. Чё, иди нахуй. Вырезка из газеты. Ты чё, фотка. Зачем фототься, а потом от ненависти фотки вот так вот уродовать, блядь. Перерасход, сука, материалов, твари, блядь.
hell did they fuck up the length? Блин. О, надо починить. Сходить надо за инструментами и починить. Это ж какой расход воды. А теперь вот ёршик взять, почистить, не судьба, нет? Нет, вот это все устраивает, да, тут вот, блядь, все. Я надеюсь, мы играем не за хозяина, потому что, блядь, такой хозяин, блядь, рукожоп, ёбаный, блядь, сраный придурок. Господи, что за погром? Хотя бы камин бы зажёг, блядь, согрелись. Видишь, какой дождь там хуярит. О, кухня, давай пожрём. Так, не, подожди, у нас, кажется, в таком доме должна быть служанка. Вы же, блядь, месьёр белый. Ой, блядь, иди нахуй. Блядь, сука. Просто. Что здесь кладовка? Зелень прям зеленая. Даже не завяла. Чё это? Паприка. Вот зачем вот это вот? Для чего? Посыть паприку, блядь. О, геймпад нахуй. О, это вы, блядь. О, это зубочистка. Зачем эти все вещи? Для чего эти все предметы мне нахуй надо смотреть? Нахуя, блядь? Уже, мне уже не нравится, потому что это говнище, то есть... Если ужастик с первого, блядь, с первых 10 минут тебя ничем не обосрал. Прям тебя не вывалился и страх, который ты должен понять, с чем ты будешь сталкиваться на протяжении всей. То это вот бессмысленное о, звуки. О! Когда играешь в кучу ужастиков, ты понимаешь, что это механику сраную. И уже звуки и шорохи так не пугают, потому что. Ты не видел в соу врага, ты не знаешь, кого бояться. Как в амнезии, крысы. Ой, ебать, крысы. А потом какой-то хуй вылез, бомж какой-то, блядь. Непонятный. Из огромной дыры такой, да, блядь. Как он туда залазит, как оттуда вылазит? Вообще логики нет никакой. А ты не можешь взять подсвечник, как бы с ним ходить? Так же, типа, светлее будет. Чё, говно? Нет, это разбитые бутылки. Бля, это крысы нахуярились. Сейчас там, по сути, на барабанах, наверное, играют. Наверное, свою группу какую-то создают, я не знаю. Это кроссворды. А мне-то нахуй надо? Кроссворды, блядь, ваши. Ох, такая нудистика. Может там что-нибудь сейчас ёбнет по мне? Давай. Подожди. А, это был вход. А, тут не было нихуя, да? Не, подожди, что, точно? Ага. Точно, блядь. Сочно. Да. Потрясающе. В стенку уебался. Ну хоть бухни, блядь, бурбона, блядь. Заебал. Сушняк же, блядь, глушит. Так, это дверь. О, посмотри, что здесь у нас. Нахуй, неинтересно. Чё это? Трава от крыс. Блядь, так вот, на нижней полке, да? У тебя там видно, что детские ботинки, и ты хранишь, блядь. То есть, мышеловки ты расставил только здесь, да? Не в под... Блять, вот конченый. Ну все. Пизда. Все пальцы на ногах переломали. Что-то огромный поднос. И опять же, блять, сколько тут записок? Зачем все эти записки? Working on.
Мы дальше Пенубры, да, вот это, развития никакого, да, не произошло. Блядь, записки это стандарт. Давайте будем и в 23-м пихать записки. Что это? Ну, кольцо, блядь, ну, тащи. Вот, значит, бумажечки ты забирай, а вот драгоценности ты не хочешь себе в карман положить. Еблан. Конечно, вот газету ты, блядь, возьми, почитай. А, он её брат. Да, на балалайке сыграй давай. Скрипка, я знаю. The long-awaited... О, вот это ты взял, да? Это очень важно. Блядь. Я уж сомневаюсь, что мы в своем доме. Потому что если бы чувак был... Ну, это был бы его дом, он бы, наверное, знал конкретно, куда идти. И нам бы сказали, вот, иди туда-то. Но так как нам приходится изучать собственный дом... И все рассматривать, то мы явно не дома. Sorry. Couldn't... Явно я тебе говорю, мы не дома находимся. Мы, сука, ворюга, который прется, блядь, по чужим письмам, по бумагам. Он, наверное, их потом сдает. Наверное, на этом раньше можно было больше денег заработать, ведь бумагу не так, наверное, массово не производили. Вот, и поэтому, наверное, драгоценно... А цацак-то было, наверное, до жопы. Ты закрылась? Ну так, чё? Что? Или мне показалось? Хуйня какая-то. Я же надеюсь, это не ремейк первой части. Или это первая часть? Или чё это? Они такие все вот однообразные, ходи, открывай, то делай. Так сразу не скажешь. Что-то разное. Иди нахуй. А, опять, да? Это очень ценная бумажка. Трубка без провода. Вот чё же, блядь, были эти сотовые? Это такой сотовый? Хуя себе. Красная шапка. Ну. Ну, вот это, конечно, блядь. Просто деваха даун, я так понимаю. Потому что, ну, как не заметить волка, блядь, говорящего. Я бы уже, блядь... О, давай пистолет, да возьми с собой пистолет. Сука. Ключ. От чего это ебано сраный ключ? На какую кнопку у нас сраный инвентарь? Нихуя. Теперь, блядь, явно мы вор. Потому что он даже не знает, чей это был кабинет и... Блин, чей это ключ? Ага, сейчас. Ладно. Да, блядь, нечто ёбаный. А где все? Ишь, детка, папа с тобой. Потому что пони, блядь, розы. Вперёд радуга. А ты хотел, чтобы солдатиков играл? А. Мама какая-то грустная там нарисована. А папа радостный, наверное, пухает. Я бы тоже, наверное, в таком большом доме бухал. А хули еще делать? Я могу уже куда-то вот дальше продвинуться. Что-то обосраться где-то. Так. Вот, есть. Все?
No, this is private. Это моя личная. А почитать? Вот то, что надо читать лично, это ж так забавно и смешно будет. Мы, значит, не можем. Ты что, блядь, кто по стенам ходит? Человек по улице, что ли, блядь? Бред. Сраный бред. А чё всё закрыто? Чё, охренел, что ли? Так, ну интересно, сейчас мы смотрим. Типа скример. Это сожил закончили. Чем мне, блядь, закончить? И, блядь. Two souls. So passionate, so talented, yet they wanted to build something so ordinary. A home, a wife, a family, peaceful life. Betrayal of everything that made them both artists. And yet, they clung to it. А чё мне сделать-то? Шла нахуй. Подожди, я не отсюда пришел. А, понятно. Началось, да? Глюкомания вот эта вот. We are... Иди нахуй. Куча записок. Чё-то... А открыть не судьба, да, теперь? Я ж не увидел надпись. Зато здесь можно открыть, ты посмотри. И что мы здесь получим? А, книга! Оскар Уайлд! Зачем он ее все положил? Я не понимаю логики этого мужика. Какие тяжкие двери. They don't understand what it takes to make a good painting. Чего стоит нарисовать достойную картину. The work doesn't start with the brush. Подожди, у вас уже есть электричество, но там же были свечи. It starts with canvas. Я что, между временами как-то хожу? Это, блядь, кусок картины, что ли? Хуйня какая-то. I can't remember the last time I wore. Нога чё-то, я не помню, когда последний раз давай. Да, ну давайте, когда последний раз мог двигаться свободно. Первый шаг самый сложный. А, бросить бухать? Да ну нахуй. А кто там ходил? Или это мы так-то почили? Не важно. Одна хустина, блядь, не напугает. Да усрачки. Ну да, еще замок. Мне надо 4 этих, да, фрагмента собрать. Ну где же ёбаный замок? Возьми стулом, ёбни нахуй. О, ебать. Охуеть. Мы под ЛСД, да, походу? И я уже... Ёбаный комплекс. Ну и чё тут?
Ты упал, да? Ну ты хоть держишься, ты держись там, блядь, смотри, не сорвись уже окончательно. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Это кровь или это у нее волосы такие? I'm not that. Блядь. Нахуй. В смысле, это все? Какая-то ебанина. Я вот это, значит, хожу. Никогда не забуду. Forget. Прощать никогда не прощу. Да не срал я в рот. Я вообще не понимаю, где я, блядь. Чё я сделал? Ну ты мне скажешь. Ну блин, это ж в конце все будет понятно. Нахуя мне это? Завязка уже говно. Вот, смотри. Да, чувака конкретно наглючит. Ну, давай. Ой. Падаем куда-то, блядь, проваливаемся. Иди нахуй. А можно мне фонарик какой-нибудь? У тебя есть то электричество, то свечи, опять же, блядь. Непонятно у тебя, блядь. Экономишь наполовину? Здесь включать. И чё, блядь? Я от этого сейчас должен был обосраться или что? It must be sharper. Нужно заточить. Ну вот, хоть какое-то оружие есть. А чё, всё не работает? Бля, пробки нет, не выбило, ты посмотри. Ну вот это прикольно, да? Вот, смотри, типа... И как бы картина, но там... Хоба! И вино на самом деле. Прикольно. Sorry, I haven't. Иди нахуй, заебались уже записи. Рычаг. Бля, у тебя дом-то с секретами. Закрыто, понятно. Тебе с ней не совладать. Но если та же бабища, которая с первой части, в которой входишь... Ой, с этой крысой не точно совладать. Я ж все ловушки же, блядь, разрудил. Еще одна часть. Нихуя. Четыре. Понятно. Коника четыре. Иди нахуй. А в каком порядке? Крыска 9. Лисичка 6. No matter what we did, the fireplace just wasn't enough to warm this room. Don't be scared. It's just a book, Birdie. Блять, реально книгами решили напугать. 6-9-4. Давай попробуем 6-9-4. 6-9. Это страшно, кстати. Книга. Книга, блядь, картина. Бойся. Че там? Нет, там камни валяются. Блядь. This is fine.
This is good. These are great conditions. Я могу закончить. I can finish it. I can. Осторожно. Ты не можешь победить ее, что-то такое, или сражаться с ней. Да пиздуйся, честно. Потому что у нас чувак, он долбоеб, он не может драться, в принципе. То вот это дружище, он уже не может, он все равно его поет, говорит, давай бухнем. Ну понятно, наш чувак алкаш, да? Вот. А семья от него ушла. Либо он их зарубил, блядь. Ну, я разгадал загадку. Что теперь? Детектив великий. О, ну нихуя, табуретка качается. Блядь, наверное, ветер. А, нихуя, Жанна Дарк. Чё там? Какой цвет выбрать? Ну, смотря куда тебе надо. Чё-то за рожи непонятные. Блядь, тот такие картины рисует, тот, блядь, вообще под ЛСД сидит. Спать, у чувака получается, что проблема с глазами, наверное, я думаю, потому что раз он не видит, а что там были коридоры. Домик какой-то. Так, и сюда. Блять, уже вот, смотри, как комната меняется. Нахуя? Опять, кто так кого ненавидит, что, блядь, фотографии портит? Выкинь ее нахуй просто. Зачем вот это перечеркивать и ее все равно хранить? Либо ты ее сожги, если тебе не жалко. Либо выкинь в мусорку, ну порви и выкинь. Нет, надо подчеркать, блядь, вырезать лица. Для чего? Это маниакальная какая-то хуйня. А, там кто-то ноет. I had the most beautiful dream last night. Да я мне похуй, честно. Я тебя не знаю, я за вора играю, видишь, нет? С чужими голосами в башке. Вот, да. Вот же не по щам уебал. То, что пиздело много. Раньше было так, да. Сейчас за это осуждают. Don't worry. Нет, всегда должно быть человеческое отношение. Это, конечно, вот, блядь, он охуел. Вообще. Дегенерат какой-то конченый. Вот ему по-любому он встретится с мужиком, тут ему ебало набил. Пойдет свою жену забьет за то, что мужик ебало набил. Потому что он не может поднять руку на тех, кто сильнее его. Только на слабых. Все, я еще долго буду по этому дому ебаным ходить. Может, что-то уже поменяется, изменится. Что у нас? Не хочу в жопу ваши записки. Подожди, я что, должен через эту хуйню смотреть? Угу. Что? Нашел. Ключ ебаный надо найти. Где же этот ключ сраный мне искать? Да выеби нахуй с ноги, блядь, просто, блядь. Сука. Чё так сложно-то, блядь? На кой уебал и всё, блядь? Там кто-то с этими, с маркасами? Чик-чики-бум, чик-чики-бум, чик-чики-бум. Так.
Но поворачивать эти хуевны не могу, да? А в обратку смотри. Воу. Ну, эту дверь я уже видел. А. Не. Не А. Ебать. Обосрался. Глюки наркоманские. Давай уже открывайся. Надоел мне этот чай уже пить. Да понятно. Еще один кусок. Итого еще два куска. И, наверное, потом что-то начнется, да? О, детские лапы. Или не детские. Непонятно. Watch him drown. Ножей-то и сколько? Десять. Да. My home is my castle. Locked inside, I am safe. Серьезно, что? Ну, твой дом может быть твоей могилой. И съезди закопать. Бред, блядь. Где в башке что ли происходит? Или чё? А где маяк, женщина, где это все? Я думал, мы будем играть. Хочу. Хожу кругами. Ну тогда идем назад. А, назад нельзя, да? А, может не. Взял бутылку. И чё теперь? Поменял местами. И что дальше? Рыба. I hated it. Always felt as if it wasn't my hand that wrote the letters when using it. А, еще рыба. Ну, уже очень странно. Прям живой морской этот котик там еще. А. Че? Нихера, да? А, не, я включил все-таки. Без воды. Что это значит? Типа меня сушняк мочит, долбит. Или что? Не. Нихуя там селедка какая огромная.
Вот улова-то, блядь. Так, и вот мы вышли, где-то олень, да? Ну, то ли вино, то ли чё. Иди нахуй, записка. В жопу, глобус, зачем это всё? Ещё один кусок. Итого мне один кусок остался. Потом что должно произойти, да? The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? And it's like, of course, of course. In an unex. А он и поебал, а потом хрясь и все. Я даже не понимаю, где нам надо остановиться. I have a responsibility. Finish it. Закончить или прикончить можешь ее, ты хотел сказать. Она близко, не подходи. Так, ну сейчас Бобби, это, наверное, ремейк первой части или как? Там кто-то есть? Или где она? Нет там никого. Наебывай меня. Anyone can paint on a linen canvas. I am not anyone. Ищем дальше, да? Да заебала ты там, ны. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then, carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Так, типа он со своей бабой срезал картину и на ней нарисовал, да? Охуеть. Потрясающе. Это игра про маничилу какого-то. Это у нас начало. Да бухни ты уже, блядь. Так. Все. А, я нихуя еще не собрал. А че опять здесь все закрыто? Я ж все открывал. Иди нахуй опять с этими записками. Так, ну ладно, я вот отсюда вышел, да? Теперь же мне куда? А, все то же самое. Ни хера, ничего нигде не поменялось.
какие-то появляются. No, this is... Иди нахуй. И текст даже то же самое повторяется. Понятно. Это вот так ты чик, и у тебя картина, блядь. Sharper. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Подожди, а это вещи, которые я нахожу? Что за бред? Moths drawn to the fire between them. Кому нравится вот эта атмосфера, ты вот какая нудная, меня в сон, блядь, клонит. Блядь, без бухла энергетиков тут вообще никак. Вообще никак невозможно проходить эту игру. Да я не то что алкоголик, просто бухарь. И по щам ей на нах. Анка. Я это к маме, ну езжай, бля. Ну я прям сам такой сделал, когда я споткнулся. А, он бухой упал, такой. А, что? Кто поставил ступеньки? Их никогда у нас не было. Я бы запомнил. Пойду спать. И такой. Так, еще одна комната. This is my house. Да, да. This is your house. Доктор Хаус. Suddenly everything I've... Трубка. Еще и лифт у них. Не ебать же сраться. Говоря, на пианино там наебывает. Вилки везде разбрасывают. Что за дом? Блять, не зря он на ее пиздил. Видать, из нее домохозяйка вообще никакая. Подожди, мне в каждой этой чехарде надо, блять, куски собирать. То есть я один кусок где-то пропустил, да? А собери ты все куски и получишь дополнительную концовку. Let's talk about this. Пока, и вот, наверное, всю игру это просто я хожу, собираю какие-то вещи, мне пытаются напугать картинами, шорохами, блядь. Да, еще один. Закрыть. Why did you stop? Так, я понял, в этом доме полтергейст. Все, надо звонить охотникам.
You're the... Да кто это все писал, блять? Им бы не заебалось все это писать. Я сейчас пока играю, уже жрать хочу. Лицо в лице, в лицо, в лица в лице. Ну, пойдем сюда. Блять, shift нажимаю, бегать же мы не можем. Извращенцам валят. Еще один кусок. Окей. Так, дверь по прямой, да, была? Угу. It's been a... Иди нахуй. Понятно. Мебели мы тоже не боимся. Чё нам мебель-то бояться? Все ж туда ушлёпки. Еще одна бумажка. Так, и дверь у нас по прямой, да, осталась? Еще одна часть. А чё ты меня не пугаешь? Блять, открываю двери, потому что коридор стал еще длиннее. Ну да. Ага. Я уже понял, кто здесь у нас. You've always wanted to have a huge garden. Green calms your nerves, you said. Is this the right door for me? Ну, только двери. Понятно. Башня пианини, чё-то. Поломанный. Ага. Чё это? Всё, теперь в выборе нет. И лестница вверх. No excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it. Так, я одну свечку взял, да? А где еще взять? А вот вторая. Сейчас она упаду, нет? Need to fight the dark. Горелку взял. Да хватит кашлять, давай уже поджигай, блядь. Ну и... I never wanted it to come to that. But here we are. I will protect myself. Это воспоминания какие-то. Since my last... Заебали письма.
Да ключ вот буквально от этой же комнаты. Здесь какая-то говно. Why can't you understand? I'm working in here. I swear if I'm interrupted one more time. I thought it would be harder. It should be harder. Bone. Заебись. Так, открыла, сука. А, вот здесь открыли. Да ладно, ты не сможешь сдохнуть. Что-то делать? Нихуя не понимаю. По идее, мне надо идти по следу. Ты крутишь, надо все пластинку поставить, долбоящер. А вот или ты сначала завел, потом поставил пластинку. Да, это какой-то ремастер первой части. Понятно. Если она мне раньше не пугала, то и сейчас подавно тоже. Меня она не пугает. Так, а мне надо, чтобы, если не ошибаюсь, картина там потекла или чё? Или кровать, чтобы растеклась? Или нет? Нет. Значит, какая-то, блядь, третья часть, которая как бы, блядь, делать так отсылку к первой части. Чего, блядь? Like то есть мы находим предметы. Что-то, блядь, делаем. Нахуя мы это все вообще делаем? Предметы, блядь, вот тут собираем. Иди нахуй. Главу или что? Вот. Мазнул и все, блять. И картина следующая глава. Ну вот открыл, да, типа первую, вторую главу прошел. А монстра так и не нашел. То есть если вот это вот все, если это все. Their light started to fall apart. Everything he touched turned to rot. У нас будет монстр сегодня? Честно, наверное, уже пора заканчивать, потому что... хуетень. Поебал. I will get you, you furry leeches! Get out of my house! То есть он за крысами с молоком, что ли, бегал? Look, honey.
It's your favorite. Come, sit with me. Да, давай бухнем нахуй. А раньше какие были занятия? Просто только хуярить и все. А, кровь рисовал, да? Everything I touch. Это получится все бордовое. Нет смысла. Сейчас нам типа надо будет третью картиночку собирать. The world is breaking around us. Ну да, третья, блядь. Ой, блядь. Нахуй это. Нахуй. Просто кусок дерьмища. Однотип, то есть это сейчас третья глава. И мне надо будет делать то же самое, а походу мы будем понимать, чем болеет наш чувак. Или что у него произошло. Это нахуй не надо, потому что здесь куча записок. Читать это, блядь, это... Зачем? Хотите... Что-то показать, показывать это, делайте ролики, сцены, где персонаж разговаривает или там привидения какие-то появляются. Но, блядь, зачем в записках мне это читать? Причем, зная такие игры, половину записок вообще. Я проснулся, пошел умылся, поссал, кофе попил, блядь. Нахуя мне это знать, блядь? Это ужастик или что это? Это кусок кала. Все. До скорого.